Привет, Верхнекамье! Сразу на нескольких территориях края ведутся работы по благоустройству. Сегодняшний дайджест начнем с установки уличного освещения в Александровском округе. Сейчас в поселках Всеволода Вильва, карьер Звесняк, Ивакинский карьер и в селе Устьегум производится замена старых светильников наружного освещения на современные светодиодные. Новое освещение позволяет сэкономить свыше 2 миллионов рублей в год. Так, до конца декабря будут заменены 350 светильников, а деньги, сэкономленные на электроэнергии, будут направлены на развитие округа. Все там же, в поселке Ивакинский карьер, готовится к вводу новый фельдшерско-акушерский пункт. В рамках нацпроекта здравоохранения за счет средств бюджета Пермского края появилось не только здание ФАПа, но и благоустройство прилежащей территории. Так, еще в прошлом году здесь было смонтировано ограждение, устроен канализационный септик, подведена вода, обустроена площадка для сбора мусора. В этом году у ФАПа появилось асфальтовое покрытие, стоянка для автомобилей и сделана отмостка здания. Совсем скоро пункт начнется свою работу. Также в Александровском округе запланировано строительство аналогичного ФАПа в селе Устьегум, а во Всеволода Вильве будет построена сельская врачебная амбулатория. Перемещаемся на север Верхнекамья в Соликамск. Совсем скоро начнется реконструкция дороги на въезде в город. Подрядчик СК «Химспецстрой» тем самым завершит работы на участке трассы, соединяющей Березники и Соликамск. Стоимость контракта составляет свыше 800 миллионов рублей. Планируемый срок выполнения работ с 20 декабря этого года по 19 августа 2024 года. В рамках ремонта запланировано расширение земляного полотна и проезжей части, замена инженерных коммуникаций, переустройство пересечения и примыканий. Проектом также предусмотрено, что параллельно существующей дороге построят новую трассу. Это позволит организовать круговую развязку. Рубрику «Верхнекамье» сегодня подготовила Екатерина Зибзеева.